Ребят, всем привет. Осмотр лачейки. Притёр. Да, мы будем открыть. То я говорю, что ветер тут какой-то неадекватный. Даже не полированная. Крашено примерно вот так, а здесь просто перелачено оно. То есть покраска была примерно с полкрыла. Где вы мятинка говорите? Тут? Мятинка говорите? Тут где-то? Ну, вот здесь. Вот так вот. Вот видите, по фаре вот и вот так. Ну вот тут смотрю. Где-то вот здесь. Всего. Я просто не помню, где-то вот здесь вот оно было. Просто мне его красили не полностью, а покрасили только половинку крыла и перелачили. Фара осталась родная, так как крепление было, наверное. Давай, давай, давай.
сам еще вторую машину. И поедешь на так прилетку. Это прям вообще не с вертолетом, вот это у них проблема на Лачете, ну еще новая стоит полностью, да, с вертолетами так, совсем. Я сюда смотрю сейчас. Но я не экономил, я снял еще, я сам разобрал это все, я снял механизм и поменял шток, и шток новый стоит. То есть они делают испанский вариант, там все поменяли полностью. То есть у них эта штука ходит примерно 120 тысяч, потом начинает. Но они есть, конечно, и больше, потом, как в автобусе, я так не езжу. То есть старая есть, если надо, покажу старая. Не было. Она лежит в гараже. И капотник рад. Торт прям на мойке оборвали, она есть у меня в клеечке, на клеечке. Вот торт прям. Вали. То есть она есть у меня в клеечке, сохранилась. Компрессор кондиционера новый. А что с ним случилось? Перестал просто работать. Там у них бывает проблема с этим клапаном, какое-то там давление. Хорошо, нужно было ждать 2 месяца, стоил 1500 гривен, а я ехал на море, потом купил новый компрессор. Я понял. Вон у меня одно есть, сейчас не знаю. Снимал подпушкой? Нет. Так, пожалуйста, аккуратно. Вы можете посетить он, состояние мотора на масляной чуть-чуть. Прекрасно.
ячейки, все там есть. Они прошли на 1005, наверное, от силы. Просто машина продала, не поднял. Включать пока. Если можно на камень не залазить, можно. Да, да, ну тут и ногу некуда поставить. Там на глубину конди, посмотрите, что там не попадет. Не, я сначала ее ищу, я вот нащупал там, уже. Где-то левее она, по-моему. Уже есть. Сколько пробовали, меня никто не подключал. Надо вынимать, когда храните. Либо я как официал, в официал все работает. У них прибор какой-то другой, там здоровый такой. Только питает. Это LDA мотор, если что. Все подключается. F18D3, если вас пишет. Это же типа астровский мотор. Эта программа стоит... Сколько сейчас она стоит? 1030 где-то. Ну не знаю, мне просто знакомого сервиса, у него тоже был прибор какой-то не дешманский, и он подключал, вынимал предохранитель. ЕЛМ-ку просто. Да. Эфиром. Все, хорошо. Давай, заслонки закатят.
когда включить, никто не подойдет. И свет надо подключить. Что вы отключили? Дисконнектор. Если честно, даже этого не замечаю. Блин, сейчас они просто не всегда закатят. Я просто больше не знаю, может, ориентируюсь на клапана, на форсевая, как работает. Ну, тут, короче, такая штука, они засадки себя, бывают как булочки. Мы сейчас закатим. Они бывают закатят, бывают не закатят. Проехаться можно с вами? Тут два варианта, либо сейчас проехаться, либо на СТО и где-то загонять потом. На СТО загоним. А что прекрасно, целое. Если человек покупать, его просто будет платить. Хорошо, в основном это нет. Надо, что это реально крайне. Ну, если хотите, чтобы это было с дисками, там, со второй резиной новой, 6400. Там новая резина, это новая резина. Тормозы диски по кругу новые. Она не крашеная, кроме крыла. 6400, два комплекта дисков и два комплекта колес. Там будет резина, которая как часть колес. Будет вторая резина просто на эти диски. Летняя. Будет летняя. Новая летняя. Просто резина. Именно резина сама. Просто резина, да. Как фоторафик на вторие. Она проехала 1200 там. Она новая почти. Я понял. Есть чек на нее тоже. Хорошо, 6400. Хорошо, я вас сегодня набираю. Это совсем все, что есть на машине. Хорошо, тогда. На этом все. Сегодня набираю. А, хорошо, и как? Да вот он, еще надо будет. По времени скажите мне, когда будет на машине. Хорошо. Все, тогда. Я вот так, посмотрите, что вы поговорите. Ну, это часа 1.5-2, допустим, на эти все решения вопросов, там, скажем, чтобы он оценился, посмотрел все фотки. Пообщаемся с ним, и тогда уже я вам набираю и говорю, что как. До свидания. Какого хера она так заводится, блядь? Сука. Ой, ну где ты? Хорошо, что есть монтаж. Да. Сила монтажа. В общем, да, тачка бомба. Тачка, пушка, гонка, петарда, ракета вообще. Ну, продавец такой себе. Значит, такой себе это неплохой, имею в виду, а педант. Максимальный такой, педантично относится к автомобилям. Прискипло. Шнурок. Мысли. Ну не сам шнурок. Забыли что-то там. Вовремя вспомнили. Лавочку, походу, мы там забыли. Шнурок. Я тоже забывал. У меня остался, оно вообще не хотело через шнурок. Я же тут прикол вставил и сразу четко с первого раза. А так там в кармане его чувствую. Я всегда об этом думал, что если разоединить, потом будешь чувствовать шнурок, типа все нормально. Да, в общем, все, отправляем информацию заказчику, договариваемся о машине по цене, согласовываем. Если все отлично, быстро звоним ему, говорим, короче, дядя, давай не продавай ее никому, мы ее забираем. На этом сегодня у нас все. Вот такой вот осмотр Лачетти. Я скажу, Лачетти по верху рынка. За эти деньги, если что, это нормальная такая сумма, 6,5. За эти деньги Октавию можно, по сути, взять. Уже даже А5, если там поискать хорошо. Ну, либо тут прикольный. Ну, не всегда. Искать в любом случае, но можно. Ну, короче, будем думать, будем решать. Если все отлично, ждите видосик по отзыву. Так что, спасибо, что посмотрели. Комментарии, лайки, дизлайки. Ну, а мы будем пока работать дальше. Всем пока. Ну, пошло у нас все, как обычно, не по плану. Через час мы уже набрали продавца Лачетти.
И он нам сказал: извините, уже есть люди, машина уже продана. Ее никто не смотрел, ему позвонили ребята, которые смотрели ее до нас, сказали свое решение, и нам он просто озвучил: извините, машина продана. Нас никто, конечно же, изначально не предупредил. В общем, на этом у нас сегодня, ребята, все. Спасибо, что посмотрели. И да пребудут с вами не битые, не крашеные машины. Как-то так. Всем пока.